боковины дорог сейчас оставляют не косыми, с дикими травами, с дикими цветами. Для того, чтобы их стимулируют людей покупать растения, которые привлекают пчел. Зайц, фотаешь меня? Да, но я хочу пройти сначала сквозь эту штуку в 360, а потом вернусь. Здесь, возможно, ходил. Герик 8. Ну, хотя он спорный, конечно, король. Я благодарна ему, что он все-таки родил Елизавету, которая и сделала Англию Англией. Разве не Мария? Она же вроде немка, да? А, Мария, а Санна Болейн, у него была Елизавета. Мария умерла в возрасте 30 лет. Нет, ну...